Добрый день, с вами Сергей Чураков. В этом видео я вам покажу, как загрузить документы. Заходим в аккаунт, наводим на документы, и внизу есть ссылочка Uploads. Нажимаете на эту ссылочку. Как вы видите, когда значки с вопросами будут в квадратиках, документ не загружен. Для того, чтобы загрузить, нажимаете на вот эту кнопочку «Choose файл» и выбираете файл, который у вас нужен. Значит, выбираете файл, нажимаете «Открыть». После того, как вы нажали «Открыть», нажимаете вот эту кнопочку «Upload», и ваш файл загружается. Файл надо сделать лучше до 1 мегабайта. Ну, вообще можно до 1,5 мегабайта. Как вы видите, файл загрузился. Прокрутили вниз. Загружаете также другой файл. Выбираете на компьютере, нажимаете «Открыть», нажимаете «Uploads». Файл загрузился. И точно так же надо будет отправить все 4 документа. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!